30-летний юбилей отмечает 10 августа Тверьгорэлектро. Начинавшееся как предприятие, работающее сугубо на территории областного центра, сейчас оно шагнуло во многие муниципалитеты Верхневолжья. На торжественном собрании по случаю круглой даты побывала и наша съемочная группа. Строго говоря, на самом деле этому предприятию куда больше, чем 30 лет. Свою историю оно ведет еще с первой Тверской электростанции, запущенной в 1901 году. Однако официально предприятие появилось в августе 1992 года, когда было основано МУП «Тверьгорэлектро». Сейчас это организация не муниципального, а регионального значения. Помимо областного центра и Калининского района, она обслуживает электросети Торжка, Вышнего Волочка, Зубцова, Лихославля, Осташкова, Старицы и других городов и районов. Протяженность сетей более 5000 километров, но это более 1,5 миллиарда киловатт-часов полезного отпуска. Это больше 800 сотрудников уже на сегодняшний день насчитывает организация. Среди задач, которые стоят перед предприятием – обновление оборудования и подвижного состава. Сейчас это более 160 единиц различной спецтехники. Всем очевидно, что ее будет требоваться все больше и больше. Планы также у нас грандиозные, также развиваться, также по всей области. Вот, и, соответственно, также работать для того, чтобы было надежное электроснабжение жителей и всегда, чтобы был свет в домах Тверской области. Заслуги лучших сотрудников были отмечены на торжественном собрании, состоявшемся в актовом зале предприятия. Почетные грамоты, дипломы, памятные подарки вручали представители органов власти, структур, с которыми Тверьгорэлектро тесно взаимодействует. Среди говоривших добрые слова был и председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев, который прекрасно знает Максима Сульмана по совместной работе в муниципальном парламенте. Я как председатель Думы могу сказать, вот за эти 4 года, когда мы работали вместе, Максим Давидович очень ответственный, требовательный, поэтому я не сомневаюсь и не удивляюсь, что Тверьгорэлектро достигло таких результатов. Поэтому вам, конечно, всем здоровья, развития. АО «Тверьгорэлектро» намерена и дальше успешно решать задачи консолидации электросетевых объектов. Это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, снизить аварийность и сократить сроки восстановления электроснабжения жилищного фонда, социальных объектов и предприятий безостановочного цикла.